Трехкратный чемпион мира посетил Сургут. Мастер-класс для спортсменов нашего города проводит Артем Вахитов, выступающий в поединках по тайскому боксу и кикбоксингу. Он является многократным чемпионом России, обладателем Кубка страны, трехкратным чемпионом мира и четырехкратным чемпионом Европы. Цель российского атлета – научить сургутских ребят тем ударам и приемам, которые помогли ему выигрывать бои и становиться лучшим на первенствах планеты. Я покажу свои элементы. У них у каждого есть свой тренер, который с ними работает не год, там, не два, да, который идет и ведет их, знает их там, моменты все, как психологически, так и физически. Поэтому я просто здесь в большей части, наверное, рассказать, поговорить с ребятами, как наставить правильно, что нужно делать для победы, для результата, чтобы добиться своей цели. Ну и, конечно, покажу свои моменты, любимые удары, там, фишки, как говорится. Открытые тренировки в Сургуте проходят в течение двух дней – 9 и 10 октября. На занятия в клубе «Норд-86» пригласили спортсменов, занимающихся в клубах и секциях нашего города. Среди них как уже состоявшиеся атлеты, так и подрастающее поколение. Спортивные чиновники отмечают, что такие мастер-классы от мировых бойцов ведут к популяризации спорта в Сургуте. Сегодня федерация, те обязательства, которые давала при открытии этого зала, руководитель федерации городской Маутая говорил о том, что в этом зале мы будем стараться и привозить каждый квартал очередную звезду в той или иной весовой категории, чемпиона мира, как минимум, да, чемпиона Европы, для того, чтобы он мог показывать мастер-классы, значит, и рассказывать о данном виде спорта для подрастающего поколения.